выбрал именно Францию, Париж? Париж – столица мира. Я приехала из Украины еще в 2012 году, но изначально в Мюнхен, а не в Берлин. Когда я впервые увидела Берлин, я влюбилась в этот город. Мне все казалось таким необычным, и этот город показался мне свободным, открытым и очень интересным, таким, чего я еще никогда до этого не видела. Германия против Аргентина. 250 тысяч человек все равно туда попали в Бранденбургский ворот.